Добрый день, дорогие друзья, с вами компания ProTuning, меня зовут Игорь, и мы сейчас находимся в нашем тюнинг-центре по адресу город Краснодар, улица Российская, 313. К нам в работу заехал достаточно интересный автомобиль, это Voya Dream VIP. Вы уже видели эту машину на самом деле, мы вам много раз ее показывали, в автосалоне мы делали на нее обзор, она у нас много раз была в тюнинг-центре на различных доработках, но конкретно эта машина, конкретно эта комплектация, это нечто новое. Я такого еще даже ни разу не видел. Это VIP-версия этой машины, в которой изменения основные происходят внутри салона, а именно в его задней части. Давайте посмотрим, что это за машина, что мы с ней будем делать, и поехали. Итак, двигаемся дальше по работам с этой машиной. У нас уже здесь полностью разобранный салон. По всему полу у нас заклеена шумоизоляция в два слоя. Самый оптимальный вариант, который мы, в принципе, всегда и делаем. Первый слой – виброизоляция, комфорт мат. Это у нас 3 мм виброизоляция, которая защищает все пространство салона, ну именно пол, на котором она наклеена, от появления различных вибраций, от подвески, от плохой дороги и так далее, все, что у нас, собственно, возникает. И вторым слоем, это вот такой вот синий материал, это сама шумоизоляция. На самом деле он состоит, конкретно даже вот этот материал, блокшот, из большого количества разных элементов. Там у нас идет сама основа, на которой он клеится, битумная, потом идет прослойка из поролона достаточно толстая, далее у нас идет сверху такой вот тканевый материал, и именно этот материал у нас очень хорошо защищает пространство салона от шума, который у нас может возникать снаружи и пробиваться в салон. Ну, самое наглядное всегда это показать на живом примере, как выглядит голый металл необработанный, как он звучит точнее, и как выглядит уже обработанная поверхность. Я сейчас вам покажу прям максимально наглядно. Вот, допустим, у нас здесь есть голые детали металл, как они у нас звучат. Ну, я думаю, слышно, что достаточно громкий звук и уже обработанные поверхности. Я гораздо сильнее сейчас стучал по этим деталям, я думаю, вы обратили внимание. И абсолютно глухой звук, который прекрасно справляется со своей задачей благодаря этому материалу. И по машине у нас далее будет клеиться не только пол, а также и двери. Потому что с них у нас тоже происходит достаточно большое количество шума внутрь салона. Тут у нас будет на самом деле большой так называемый пирог из шумовиброизоляции. Во-первых, внешняя часть двери, которая идет у нас изнутри под этим каркасом металлическим, будет проклеиваться в такие же два слоя, как и весь пол. Потом сам скелет двери, каркас, у нас будет заклеиваться в виброизоляцию. Вот эта вот большая дыра, которая здесь с завода заклеена с таким вспененным материалом, тоже у нас будет клеиться в виброизоляцию. На самом деле даже по ней я сейчас стучу, уже слышно какое-то воздействие на салон, шума, которая просто она сама по себе издает. Это у нас все заклеится. И дверные карты. Панели, которые ставятся сверху, у нас будет заклеиваться тоже в несколько слоев шумовиброизоляции. Тем самым в этой машине, вот представьте, как она выглядит, как здесь комфортно и насколько здесь теперь станет тихо, на ней можно будет проезжать многие тысячи километров, абсолютно не уставая, находясь на заднем ряду этого автомобиля. Двигаемся дальше. Thank you.
Итак, мы находимся на финишной прямой. Сейчас машина у нас уже полностью собрана. Все, что мы снимали, разбирали в салоне, установлено на место, по заводским местам и так далее. И это очень важный момент, потому что машина новая. Из нашего автосалона ее пригнали к нам на тюнинг для последующих доработок. И, естественно, клиент должен получить абсолютно новый автомобиль в точно таком же состоянии, каком он был изначально, когда он вышел с завода, с чем мы, собственно, отлично исправились. Сейчас остались последние моменты. Мы машину приводим в идеальное состояние, полностью все отмыли снаружи, внутри. Сейчас наводим лоск, так сказать, заряжаем машину и отдаем клиенту. Давайте переместимся в салон, чтобы я вам показал несколько интересных моментов. Итак, мы теперь снова можем насладиться всей этой красотой, которая тут была изначально, этим роскошным и действительно классным люксовым салоном этого автомобиля. Как можете обратить внимание, что у нас все элементы, все зазоры сохранились заводскими, мы все сделали так, чтобы оно идеально сливалось друг с другом, как оно, собственно, и было. И так скажем, чтобы здесь не было и следа нашего вмешательства. Но при этом машина в салоне стала у нас гораздо тише. Это на самом деле проблема современных китайцев, именно шумоизоляция. Но опять же, это все исправимо, и вот в таком автомобиле это тот элемент, который обязательно должен быть. Помимо всего, помимо проделанной работы по шумоизоляции автомобиля, мы здесь заклеили еще в полиуретановую пленку весь рояльный лак, который здесь есть в салоне автомобиля. И на самом деле его тут просто огромное количество. Начиная просто вот с этой вот вставки, которая находится рядом со мной. На перегородке у нас много вставок. На центральной консоли она прям верхняя часть ее вся абсолютно сделана из этого черного глянца. И она очень сильно подвержена царапинам, которые могут на ней появляться. И это, в принципе, абсолютно не зависит от автомобиля. Это может происходить абсолютно везде. Все эти повреждения могут вылезать на любой машине. И вот как раз-таки это все теперь здесь защищено. И я еще раз напомню то, что полиуретановая пленка имеет свойство самозаживления. То есть, если вдруг у нас будут появляться какие-то царапины здесь, которые 100% будут появляться, потому что будет постоянно тактильный контакт руками, одежды и так далее, эти царапины будут сами затягиваться на этой пленке со временем, и у нас деталь будет всегда оставаться в своем первозданном идеальном виде. И последнее, на что еще хочу обратить внимание, то что этой пленки здесь, ее даже не видно. Мы специально сделали все так, чтобы пленка у нас заходила за все эти края, как бы за воротом таким небольшим, чтобы сохранить ту самую эстетику, красоту и презентабельный внешний вид салона этого автомобиля. Итак, еще один готовый проект, выполненный в стенах компании ProTuning. Машина преобразилась, но не снаружи, а на этот раз внутри. Она стала еще лучше благодаря тому, что мы защитили всех, кто находится в салоне, от шума, который будет происходить у нас снаружи, и все элементы от механических воздействий на них. Поэтому обязательно обращайтесь в нашу компанию, потому что нет ничего невозможного. Мы умеем делать многое, и все это находится в городе Краснодар по адресу улица Российская, 313. Обязательно обращайтесь, не забывайте подписываться на наш YouTube канал, потому что у нас выходит очень много роликов про автомобили, которые мы дорабатываем, про новые интересные машины, которые появляются в нашем автосалоне. И напишите комментарий, как вам этот Voyage, который вроде бы снаружи у нас обычный, но вот такой вот особенный внутри.